хороший бит. Лёха, у нас до этого вечерним, получается, не было демона, как Азума? Да. Я думаю, ну, чего у меня такой после... дамаг высокий стал в сравнении с Вичи? Сантея не было. Сантея на доспеху, на некоторые боссы. Иногда, ты. Тут смотрю на 3-4 тысячи добавил. Главное, у всех наших локов есть спек этого демона, да, но никто в нем не ходит. Ага. Че не ходит? Казум есть, который ходит сейчас постоянно. Ну это сейчас. Пока не играет, мешать. Интересно, через сколько нервы подвезут еще по поводу лока? После убийства. Еще будут одни нервы. Вторая фаза. Прикинь. Ебанутая первая фаза. Потом еще ебанутая вторая фаза. Если бы все соблюдали тактику, она была бы не такой трудной. Первая фаза. Там не из-за этого трудно. Там трудно из-за того, что стаки копятся, танков прошибают все больнее. Ну, пока что у нас прям так, чтобы танки отваливались, не было. 3 штуки подряд. Ну, было как-то, что там все совпало в один каст, и Нурглета просто в секунду сложила. Нет, там просто смотри, стаки-то копятся, это понятно. Но когда ты взрываешь мобов, по танкам уже тоже урон лезет. Получается, стаки от босса, стаки это, от мили-атаки. Еще взрыв, блядь, там танк где сложно, тяжело. Когда стаки на боссе. Ну, у нас и танки не особо бисовые. Это я про Вара и Медведь. У кого-то полностью бит собран, у Рулета полностью собран. Ну, тяжко. Пусто они танчат, втроем меняются. Надо, наверное, вчетвером меняться. Уже 15 секунд танчат, а уже хотя бы втроем. Вчетвером у нас, наверное, ДПС не хватит. Может прыгнуть в медведя и сразу с пула. Так, понимаешь? Чтобы хватило ДПС перевести на вторую фазу, надо в 2 танка так. Если будет больше танков израсходовать, тогда, блять, это... Надо ДПС не хватит. Если будет нормальный состав, то хватит. У 2 танков прожимов не хватит кончить по 30 секунд. Ох, вчера получилось. Если состав будет преимущественно из РТД. Ну и что там? Ну 5 локов. Да нет, половину РТД должен быть. А на второй фазе без миликов мы просто не убьем одного этого. Какой хуёвый. Там же эти фениксы рассчитаны, типа, одни на РДД, одни для мини-блядь. Какие-то в мили-зоне шотают миликов. То есть АУЕшку дают. Какие-то, блядь, в РДД-зоне бросают. Нужен подвинуть вперед. Хуйнюсь.
Бегите сюда, хилы какие-то. Вагон. Я их на автомате проснул. Карин. Чё? А это вам Тёма про девушку рассказывал? Нет. Я его не слышала с тех пор, как он уехал. Ладно, зайдёт подкаст. Да дайте вырезнуть мага. Переписываю. Что он есть, что его нет. Тимыч, ты 5 собрал уже? Последний кусок остался. Рисует его. Там, Лечь. Короче, еврей на форуме писал, что, играя фералом, можно при пуле прыгнуть к медведю, дать 100 тысяч и обратно ферала. При пуле трэш, это хотел сказать. Ну, при пуле мобов, босса. Либо... Босса бесполезно. Бесполезно. 100 тысяч я на своем медведе выдавала в трэш. По-моему, на коте смысл. Да. То есть, будучи в коте, пекнуть, ну, прыгнуть в форму мишки дать. Там такой огромный урон идет от того, что много трэша, и ты бьешь берсерком, который бьет по трем целям. Ну, наберите. Просто сидите, зачем вы стакаете? В одну цель это будет 1010. А, нет, там, я понял, он мне рассказывал, что, короче, когда увечим, берсерк пожелаешь и увечим, у тебя сразу там такой ДПС, короче, пиздец. Ну, как-то он рассказывал, короче, я помню, что да, именно в медведе прыгать надо, не в коте. Миша, ты не знаешь, в вечернем составе много кому еще сектант нужен? Да, наверное, ну магу там, допустим. Я думаю, немного. Если бы не отказался, но не судьба. Меня Леха, знаешь, как в рейд загнал?
Там он мне написал, пошли я тебе треньку выбивать. Спросите просто, сколько, типа, будем его сектант продавать, я такая даже не знаю кому. Мне, кстати, сектант можно дорого продавать, потому что он сейчас... За да, сколько? 1080, я думаю. Но мне он сам предложил 70. Но все равно еще на успехи нужен же. Кстати, Кирс, я насчет твоей цены подумал. В принципе, мой. 70? Ты мне не 70 говорил. Он уже секстант? Что? Че, Кирс уже секстант не нужен? Нет, почему нужен? Че? Нет, подожди. Ты мне 80 предлагаешь. И что, на шамана нужен? Нет, на шамана... Я считал, не знаю, мне кажется, сильно большой разницы нету, что чешка Гер, что секстан. Там... Крина про вечерний рейд спрашивает, это не помогает. Короче, есть классы, на которые чешка Гер и секстан включаются. Я для себя выводы сделал. Допустим, как шаман, ты 5, пока ты копишь стаки, потом ты начинаешь громомолвник после 30 стаков и бурстишь. С чешкой гер ты пока будешь копить стаки, чешка гер, естественно, прокнет, следит, и ты начнешь бурстить без чешки. А с текстанцем ты стабильно будешь, что в начале, что в конце. Вот, и поэтому с текстант, в принципе, я думаю, будет лучше, чем чешка. А если есть классы, где сразу бурстить можно, то, в принципе, чешка гер будет лучше. Ну и не резайте меня, полежу тут. Вот и все. Ну я, конечно, над этим подумаю, но это вот шаман. На РСХМ шмотки хотел брать начать. Это вот чисто шаман. Ты же знаешь, мы стаки копим 30, а потом прожимаем. И в итоге ты начинаешь бить, у тебя прокнула вшивка, чешка, блять, хуешка, кольцо целкашное, шея с острова. Нажимаешь потом гром и молния, а там все в КД, и ты просто шипы без прока. И не успевают они под второй раз. Можно, конечно, сделать, накопить стаки, разрядить один раз, потом продолжать копить, смотреть под прок второй чешки триник и под него нажать бурсты. Но ты все равно на выходе почему-то пролился. А с текстанцем такой проблемы нет. Но с текстанцем крит шаман. Не знаю. Мне кажется, вот этот крит текстанца, он бесполезный абсолютно шаману. Шаману, да. Типа мы так уже в кап упираемся, нам от этого крита ни жарко, ни холодно. Шаману бесполезен. У меня вот ни одного камня на крит нет, у меня 52%. Мне вообще даже. Вот то же самое. Вот у меня 52%, и вот что эти будут там лишние 160 крита, что не будет, вообще разницы нет. Я вообще с объектом бичуганским. Я в хиле? Потому что вот эта трини, которая сапфир, мне она не нравится. Ее так и не пофиксили. Не сделали урон природы. А там урон светлой магии. Она в итоге не скалируется у шамана. Ну, а смысл тебе от того, что он был бы природой? От талантов, думаю, шапаться будет? Ну, говорят, что у ШП и у блоков то, что она темной магии бьет, она типа лапает. Да и в рекаунде у них намного эта тринка больше ДПНа носит, чем у сапфир. Хотя она по факту один. Видимо, светлая магия нету резиста к светлой магии. Она должна больше бить. Там фиксированное значение просто. Поэтому я не уверен, что она лапать должна. Нет, неправда. Этот сапфир, когда разряжается, если в этот момент у меня чешка, то он... Нет, там знаешь, в чем прикол? Там был такой прикол, что она критовать могла. Ну, не знаю, моя не критует. Где-то КД-3 назад пофиксили. У меня раньше криты на ней были. Ну, на локовской может быть? Вот этой нет. Блэс, милик. Она критовала. Она, типа, фиксирована по 3700, что бьет. Могла критовать под 7000. Ну, Вильяма не критовала. Еще мне не нравится, что она копится минуту. Не, может, серьезно, там что-нибудь уже пойдем. Да, готовы.
Да, я этого. Враску меняю на пухана. Так, дальше. Что у нас по хилам? Получается. Так, по этим. Марк, поставь портал. Вот ты на шамане. Твоими авиалиниями не пользуюсь. Я отменил. Так, скалаты на боссе. На войде денчик. Калате. Фанза распекай всех хила. На Калате Фанзера. Все остальные на рейде. Фласки на саппорт обязательно выпейте. Ставлю рыбу. Мы всем хилов? Ничего страшного. ПС хватит. Мне держать босса и пета ханта? Да, да, да. Ну я потом заберу тебя ханта сам. Бафы дайте поверку. Ханш. Кулак поваром дайте. Мозер здесь. Да и по ДК кулак можно. Аурус сосредоточение. Все, все здесь. На, до хера хилит. Слак. Позиционку. Рассредоточьтесь, когда кулак дайте, блять, повару. Сколько человек будет дать? Толдарам, дай кулак. Что, все здесь? Поехали. Протоны и стековат куда отверл. Что можно успеть? Денчику и мира. Твои уроны души. Мозер, дай гимна.
Отбей гимна маму. А ты можешь чего в тени, что мы отрекили. Что там босс меньше стал бить? Есть номера в японской валюте. Осторожно, только после вспышки. Аккуратно, вспышка. Вы можете послать. Тебя сами. Есть там Денчику и на залейте и шаман. Все, блин, и на радку, да? Дальше. Прошло все так. Thank you.
они сегодня вечером ока будут? Ну, не знаю, посмотрим. Или ЗС, или ока. Бедной женой, мне его уже жалко. Три недели, нет, сначала одну неделю я у него забрала, потом три недели не падали, на ту неделю забрал ты, а теперь забирает мозг. Он вообще-то себе уже задонатил. А чё, да? Серьёзно? Давно уже. Не выдержал? Ну, я тоже не выдержал. Вон у меня сколько уже времени штаны забирает. Только кто занимает? Даже не. Нам сейчас приходится договариваться с Мозером, блин, чтобы обменяться, потому что голова упала. Голову я забирать буду. Если надо. Ну или пианист. На приста. На друида. Сейчас так, Карина, я пришел договорить. А что, вы меня в расчет не берете? Ну, говорю, либо ты, либо я. К тому же ниже мозг. Наверное, я по ноже купил. Он был зайти должен. А что, в ЗС воронки не падают, только в око сейчас? Или не фартит? Показывает практику. Вот это Кир, вот. Забей. Обратно только босса на самом деле. Все тут танки сами приведут. Блять. Сейчас нас все. И босса. Ну, плоса из-за кого на пути. Тем более Мозеру, что же, наверное, голова не нужна. У всех РДшников голова охрана. А с этим? У ШП нет. У ШП по ножи, по-моему, всегда идут. А почему? Там по статам. Нет. Ой, блядь, забери. Там Маша, чтобы голову взять, кучу камней перебивала, говорит. И чё? Как будто в наше время камень перебить проблема. Знаешь, сколько я камней перебила, когда на полироль? И с полирольками тоже перебивала. Ой, ну Артемия, ты у нас богатая самая в гильдии. Тебе это... У меня всего лишь своих 30 воронок, а у пианиста 50. Так что... Это еврей в юбке. А сколько у тебя еще голды там осталось? 400 тысяч? 300. Кстати, теперь я знаю, что воронки не стакуются больше, чем по 20. Самая полезная информация в моей жизни. Это узнал еще до того, как... Кирс, ты сам видел, что секстан часто падал раньше. Вот раньше, в том и дело. Вот как ты пришел, он перестал падать. Меня падал, он надеялся, что я в рейде. Да он не, знаешь, когда падал? Обманул. Он падал тогда, когда он был абсолютно бесполезной тринькой. Во, когда он падал. Его распыляли? Нет, его не распыляли.
Но, например, за первое убийство вообще взял себе гриб, но он не знал зачем, и он его просто потом выкинул. Он просто паровый его взял. Да. А долгоногий хитер знает, когда выйдет. Сфера того, что клинки имеют свойство меняться на этом сервере, а все клинки погибнут. Никогда не знаешь, где это реально. Долгоног уж точно не поменяет. Чтоб ты понимал, долгоног не был такой клиник. Раньше он был, блядь, СПД и прок на посту. В плане, сколько он уже существует в таком виде, он не меняет. Он уже не поменяется, так и было. Но раньше это было бесполезное обвинение, тоже самое. Вообще бесполезное. Что прокало на хосту, а давало СПД. Знаешь, из-за чего вообще секстанты делали с такими проками? Потому что сельдерей при первом убийстве его там себе то ли выролил, то ли что. Короче, он ему достался бесплатно. И он потом прикинул, такой, блин, надо сделать из нее нормальную. И пошел писать реп. Лёв, что странно, тебе вообще не один ДК, а два ДК в рис. Да, обычно ДК как бы нормально, там и ДД, их не берут, потому что они милики, а тут один ДК. В прошлый раз ДК особо не было. Миша, ты не знаешь, а много кому тапки нужны с целка? С хостой? Ну. Да. Это ДДшны. Из мейнов. Один, ну, может быть. Мейном, наверное, вряд ли кому-то, а так, ну. Ну, в плане там новенький. Да, вон, блин, хочет купить все самое вкусное. Там же сейчас мага, да, он. Во все, 64-е. Так и живем, Миш, да? Миш, 13 у нас 3. Че, Черенаску? Черенаску же вроде уже все поубивали, да? Да. Нет, у нее есть. Нет же, это... Первым старичный плутал. Да мы про первый рейд. Про первый. В первом она у всех есть. У меня даже на нее покупатель был, но он не заходит. Ну, сейчас еще можно покупателей на клятву. Перфекшн. На клятву у меня 3 человека. Мне тоже дохрена писал, но скорее всего это который я тебе отправлю. Че, можно я в танка, да? Да, давай. Вот у этих мобов щит молнии топовый. 20 стак. В танках вот на боссе. Коватор. И плюс я. Все остальные в ДД. И пятая группа хил. Эва, давай ты будешь держать, а я бить. Даю проверку. Куда ты ярость возьмешь, если тебя бить буду? Че, все готовы, можешь пулять. Телдорам, иди отсюда. Да поглоти вас, мужчина, вот! Готово! Первый. Ай. Прими, потому что тебе потом не будет время. Бафы дайте тут.
Может быть, это надо. Держит. Если освободилась. Вроде все светится. Ну и все там хэтшит, значит, то есть. Нет, пофиг. Освободишься, давай. Модуль текстура спешно. Подбираем. Денчик, это, да тут подним. Дайте. Давай так красивый. Ну и потом еще какие собирать дэш, когда можно фальбосы проводить. Сверху. Ловить. Без пенса, когда будешь сферы ловить.
Первая карта никому не надо. С ДВшник. Кроме Тимы. Чего я? Говорю, кроме Тимыча никому первая карта не надо. Ты уже дособрался на первую карту? Да, 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 у меня это. Кристаллик, все, я апнул, у меня квестик есть. Сегодня вечером. Да, я видел, 23. Спасибо. Я повесил. Да. В раз ты сейчас зайдешь на босс. Что-то нормально будет. Лех, мы после ЗС еще куда-то пойдем? Может быть. Посмотрим. Мобл дальше, вот этих. Большой дуб. Че, погнали туда. Следующего тянем. Тут. Так, артиметы, танк, палат тоже. Надо сунуть. Так. Хилы все то же самое. Ставлю рыбу. Боешка. Где? В трэше, который на мосту возле этого. Вот, я прыгаю сейчас.
Так, дальше. Дальше. Ставлю. Было проще. Триста баф. Звездочки Денчик. Так, в Раска заходи вместо Талдорана. Есть порт. Побольше будет урона. Так, что у нас? Лез по Уешеру. Еще Суман. Арцния. Пухан провокатор. Тумыч. Раз. Че, я в танка? Да не-не-не. Я просто смотрю, кто у нас АУЕ хорошо может задевать. Улетел паладин. Талдорам вылетел? Да. Че-че, дань. Окей, нормально. Дойди до жопы. Так уже и до жопы. Милик. Трэш надо все равно Мозерс. Так, короче, по хилам. Денчик, звездочка. Прости, если что, в печеньке. Второй рестер шаман, звездочка. Так, а тут япончик. Окей. Генера. О, от... видели, что 20% маны у хилов нет? Задели, потому что мана надо будет хилам. Однозначно. Даю проверку. И смотрите за агро. Когда переводят босса, значит стопайте. Кристобаф, дайте. Кристобаф. И потом подудеть. Или мы уже вам кристобаф с уклоном еще можем. Третий раз уже даю. Все готовы? Все готовы. По готовности вот пуляй. Веру. Китос на пулю на Артемию, не этот хрен на пулю на Калата. Бога босса. Пулю на Войда. Опять же, смотрю, не подал Ешка. ПБТшка. Пошел. Веди в рот босса.
вчера ты босс приобрел. Я в него не смотрела даже. Вот тут. Выбирай. Я там это выбираю. И это баф. Ты четверо на мне. Сейчас отдать это на руки шума. Дай выбор по бойду, додевайте босс. Дай еще 40 секунд. Набрала тебя. Дай раз свои суды. А медведь очень сильно проседал. Да босс часто медведь.